Уважаемые граждане России, время приближает нас к новому 2019 году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику. А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года. Видим восторженные глаза малышей. Чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе. А их сердца согреты чуткостью и вниманием. И понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство. И создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает. А милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия. Дорогие друзья, у каждого сейчас свои ожидания, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной.